Марина. Так, ладно. Продолжаем бой, момент истины. А, нет, 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 слабость. Не получил второй. О, круто. Тогда сжечь его. Да и молнии тоже побить. Еще Дзио. На, падла. Ну ладно. Это тебя не спасет. Блин. Хорош. Хорош. Готов. Все, мы нашли, как его приготовить. Способ. Да, одна картина, заход. Ксо! Ксо! Дерьмо! Дерьмо! Ямеро, как думал! Прекратите, вы! Ублюдки, короче, тараканы. Иначе... Выкладываемся по полной. Правда, надо горение у Моргана снять, но подождет потом. Упыри. Хорошо. Так. Ну же, давайте. Срань! Да, он опять остановился. Давай вперед. А, ой, блин, ну почему прямо сейчас? Короче, оказывается, я забыл тут же стратегии. Давай, ты готовься к выполнению плана. Ну, по сути, она должна будет сейчас украсть по-тихому сокровище. Блин. Это может быть жестко. Так, две. О, две. Хорошо, хорошо, идем. Ничего. Это фигня. О, он действует. Хорошо, хорошо. Не палевно. А, стоп, стой, чё, я персону нужно. Где же? Срань! Ну, нет, я не должен сейчас слиться, только не сейчас. Есть!
Да, зря я пропустил. Блин, может начать сначала? Ладно, уже не важно. Что? Ну-ка ты. Что за срань ты, короче? Что за срань ты на меня, короче? Выплюнул. Ох ты, он готов, все. Убей. Все, ребят. Мы его сделали. Надеюсь. А, стоп, нет. Или да. Или нет. Ах, вы ж ублюдки. Кукари штему сиранзо. Ицка нахиготу иттему. Вы ничего не понимаете, вы глупы, короче. Кисамара у таскева шинайзо. На самом деле, я тут жертва. Какая ты жертва, ты в жопу. Мочи козла. Чё? Вот теперь он тут. Всё. Вы такие добрые. После того, что было. О, 12к. Неплохо, неплохо, неплохо. Хорошо подзаработали. И 1000. 1000 с чем-то. Неплохо, неплохо. 1000 с чем-то, 1000 с чем-то экспы. Шинно гейшитсу надо дарему нозоман но да. Хошино ва вакариясуй бранду даке. Настоящее, истинное искусство больше никому не нужно. Всем лишь нужны бренды известные, которых они понимают. Ваши датте хигайша нандайо. Содаро? Я, точно! Я тут жертва обстоятельств! Да! Иваке кайо. Хватит оправданий. Бижицкай ва шосен кане но секай. Кане наши дева ношиагаренай. В конце концов, мир искусства это мир денег. Если у тебя их нету, то и подняться не сможешь. На, Юске, у май нара вакару даро. Кане но най гака ва мижиме да зо. Ну же, Юске, ты ведь понимаешь, что живописец без денег живет жалкой жизнью. Ну, модуль таку нагатта даке нан дайо. Я просто не хочу вернуться к той жизни. Гетоука кейзитсу но секай о катарна. Такой подонок, как ты, не имеет права ничего говорить о мире искусства. Омаева мо умерита. Художество. Коно озомаши секай то томорина. Тебе уже конец. Вместе с твоим миром. Таскета гре. Спасите. Иноши дакивай. Иноши дакивай. Пощадите, пощадите меня. Иди ты в жопу. Генджису но дживен не каэтте. Коре маде но цуми о кокуак широ. Свете да. Сделай так, чтобы в реальности ты признался в всех своих преступлениях по отношению к искусству. Ко... Коросан но ка? Между прочим, в настоящем мире без денег ничего не получишь. Ну да. Убивать не будешь? Як сок сю! Обещай быстро! Вата! Я понял. Я понял. А яцва кунай нока? Ано крой хамен но. А, тот, тот другой с черной маской не придешь же? Что? Что? Стоп, что? Так, ты о ком? Или не меняй тему внезапно. Так, стоп, ты о ком? Крой. Черная маска? Даре? Кто?
まさか、パレスに我が輩たち以外の侵入者がいたってのか？ Неужели в дворце помимо нас есть кто-то другой? Так, окей, походу сюжет пошел. Изуге! Плохо все. Пора валить. Нури! Внутрь! Залезайте! Но, Юски! Слышь, Юски! А мне что делать? В качестве своего вознаграждения я возьму это себе. Юски! Юски! Ой, мать ты! Эй, постой! Эй! Юски! Юски! Где лес? Место вашего последнего прибытия было удалено. Тут опасно. Если нас заметят... Тут опасно, и могут нас заметить. Поэтому пора валить отсюда. Лучше валить отсюда куда-нибудь, в другое место. Да, пошли. О. Да. Прощайте, сенсей. Ну да, не будем же тут обсуждать все. Сакусен ва ичио сэйкоу ка. Ато ва кайшин га окору ка. Да на. Но наш план увенчался успехом. Стало всего лишь подождать, пока он изменится. Ска нигэши. Нанде брак? Блин, такой горький. Почему черный? Черный кофе. Саюрин. Касан! Тогате! Конна мажоре накидасан джанезо! Мамочка! А ну не нужно сейчас плакать еще по этому поводу. Блин, все-таки какой как офигенный остров в этой игре. Мадароме но юганда йокубоу но шоутай га коно э датта натэ на. Истинное искаженное желание Мадарамы была вот эта картина. Из-за этой картины случилось. Даже несмотря на то, что я свою маму в глаза не видел ни разу. Я очень рад, что смог спасти вот это. Ателье ни ару хонто но хонмоно ва нури цубусаре чиматтеру ваке да мон на. Но настоящая картина находится в ателье. Она еще испорчена, на нее нарисовали сверху. По иронии, это действительно ее собственный портрет. Но она очень прекрасная. Ну и спустя столько времени, она наконец-то попала в твои руки, Юски. Я очень благодарен вам. Да, но сейчас эта картина будет признана всемирно. Но все же, вот эту картину в таком виде в мире искусства никогда ни за что не признает. Так, очень жаль. Ты рад? Твою маму зовут Саюри, что ли? Текитоуни цукета даре демо най онна но намае даро. Да нет, он просто выбрал какое-то рандомное женское имя. Мистериасу ни суру таме но да. Мадараме но цумаранай энсису са. А вот таинственность в ее взгляде на картине появилась из-за изменений Мадарам, что внес. Ма, фомио цукетара тосаку барэру ши на. Но я думаю, если бы он использовал настоящее ее имя, то, думаю, его бы обвинили в плагиате. Это моя мама. Хоть я и не помню ее лицо. Когда я увидел эту картину, я почувствовал что-то. Пошел, взял что-нибудь другое.
Ой, Рюджи, такая невоспитанная свинья. Хотя, чему я удивляюсь? Тут что-то итальянцам вообще срать, когда они вот так вот выступают со стола. Что-то нормально все. Японцы недалеко. А ну прекрати. У тебя вообще манер нет, Рюджи, да? Ска, коре кара досун, да? Оре ра ва, коре кара му оомоно нераттеку кедо. Ну, ладно, с этим разобрались. А дальше что делаем-то? Находим еще кого-нибудь? А, зачем? Почему? Ксо митэй на отона тока, шакай? Соре о микаэсу таме да. Да эти сраные взрослые, которые смотрят сверху вниз на всех. Они надоели. Отона но мигатте не крышиндейру яцрау са? И людей, которых использовал, вот как Мадорамы, использовал других. Мы хотим помочь им, этим людям. Дать им мужество, смелость. Юки-ка. Мужество, да? И как бы это делать? Арагау юки-те кото даро. Соре га ареба, сиасе нару но ка? Мужество, чтобы сражаться, да? И дать отпор. Найти счастье? Хотя нет, тут не совсем найти счастье. Это, типа, вы счастливы, что помогаете. Походу, в этом смысле. Да, в этом смысле. Так, в точку или я не знаю. КЗ, счастлив ли я или нет, что помогаю людям. А-а-а. Нет, тут вообще в смысле счастья, в смысле то, что они находят свое счастье, ну, в смысле, становятся счастливыми, когда все-таки берут себя в руки эти люди, дают отпор. Да. Иногда понять смысл можно только посмотрев на три фразы вперед. Да. Неизвестно, все ли, все ли, у всех ли в конце все хорошо, но как минимум лучше, чем было. Мы не узнаем, пока не попробуем. Понятно. Есть очень многие люди, такие как я, которым просто воспользовались и выбрались или как мусор, всякие эгоистичные ублюдки. Сорени паресто яра но тансаку среба, чаксоу но хаба га хирогару ка моширенай. И кроме того, если я буду идти в этих дворцах, посещать их, то возможно я смогу найти себе новое вдохновение. Хонто эро кото бакка да на. Да, все, что ты думаешь, это лишь живописи, дурачок. Ну ладно. Вообще-то я очень серьезно отношусь к этому делу. Да нормально все, я тоже как бы тут помогу. И помимо прочего, насчет поиска целей, у нас есть на кого можно положиться. Ну что скажешь, Джокер? Юски будет неплохим пополнением. Типа, наши ряды. Он помог нам с тем письмом, что мы отправляли, с тем, той карточкой, и он хорошо сработал. У него сильное сердце или этот парень дурак. Дурак, типа, в смысле, что хочет тусить с нами. Ладно, возьму первый. Я постараюсь оправдать ваши ожидания. Но все же, знаете, меня кое-что беспокоит. Мадорама упомянула о ком-то еще.
個人とも限らないよね。Черная маска. Типа того. Блин, это же может быть кто угодно. けどもう確かめらんねえよな。パレスなくなっちまったし。Да, но сейчас мы никак не узнаем. Дворца же больше нет, все же. Мадараме, сагутте мио. Нанька, вакару камошире. Не, Солара, это нельзя, ты что? Сейчас, секунду. У меня нога онемела. Так, все, теперь можно продолжать, да? Надо попробовать узнать у Мадарамы. Может он... Может мы сможем что-то. Эки? Соно... Нормально? Нанька ареба ренак сиру. Если что-то случится, я с вами свяжусь. Да, мина то ренак саки коукан стоита хога ийо не? А, точно. Нам нужно всем обменяться контактными данными. Гака то кайто но... Нисок на ворочка. Художник вместе с фантомными ворами будут работать вместе. Ичидо кири но джинсэй да. Соре мо ии даро. Но живем лишь один раз, так что почему бы и нет? Шикаши, синьюша но кен ва скоши кини нару да. Но в любом случае насчет вот того чувака, черную маску, я обязательно буду иметь в виду и попытаюсь что-нибудь узнать. Ну, попытайся. Ну что ж, теперь ждем. Я так точно не помню, там до 5-го, по-моему, июня. Вторимену омону мо ятте, шикамо атараши сенрюк маде. Двух человек мы смогли изменить. И также нового союзника приобрели. Я, джунчо, джунчо. Да, замечательно, замечательно. Так, да, все замечательно. Неосторожность, самый главный враг наш, может быть. Это из-за того, что мы усердно стараемся, работаем. Привет, отзад, привет всем. Неосторожность, самый главный враг, если что. Демо. Кукуа снова не рукобозе. Ну да, ну, знаешь, я просто сейчас счастлив, что мы столько всего смогли сделать. Знаешь, у тебя действительно есть сила. Гунинмену персона цкай дазе. Сенджицу но хаба мо дайву хирогару. Аж 5 человек сейчас у нас, которые могут использовать персону. Это будет очень большая помощь для нас. Соре ни... Кайтоуни Шинбиган ва кагасенай. Соно тен Юске ва хонмоно да. И помимо того, глаз красоты, о господи. Человек, у которого есть, блин, я даже не знаю, как это перевести. Дословно это получится как глаз красоты. Ты для фантомных воров теперь как бы есть. И дальше уже благодаря тому, что Юски к нам присоединился. Ну, в смысле, я не знаю, короче. Вы поняли, я не знаю, как тут составить предложение на русском правильно. Ну, он же все-таки художник и очень талантливый человек. Но, знаешь, все-таки немного странно. Художники, да? Вагахайте, дона ниген датта тому? Дзица вару яц датта. Нанте очива не ё на. Какой я человек? Как думаешь? Ну, не могу же я быть каким-нибудь злодеем или типа того. Лаки бой, да пойдут, мне кажется. Будет точно такой момент, я уверен, когда-нибудь. Хитоно йокубоу но катамари ни анна мучу ни натчимауши. Ну знаешь, вот иногда поддаюсь каким-то странным желаниям внутри себя. Хока ни мо исекай де но хэншин датте вагахай даке. Зию ни неко ни модоретари, крума ни мо наретари.
И кроме того, знаешь, что странно? В другом мире я один лишь свободно могу превратиться в кошку или в машину. Это что-то особое и странное в то же время. Кто же я такой все-таки? Ну, когда-нибудь узнаем, кто он такой. Так, ты человек. Ты... Сейчас посмотрю, ребят, я не знаю как. Нежить. Ну, короче, да, что-то типа нежить. Нежить, гули, что ли. Гули. А, ты кошка. Не-не-не-не-не, это не дух, не дух, не дух, не-не. Дух это другое, вообще иероглиф. Ну, ты человек, наверное. Ты действительно так думаешь? Да ты просто дразнишь меня. Ну ладно, в любом случае. Учитывая, какой в меня во мне дух, я не думаю, что я могу быть плохим человеком. Людям, что нужна помощь на западе, я им помогу. Врагам, врагах, что нужно одолеть на юге, замочу. Всем помогу, всем замечу. У меня сильное тело каждый день. А, я силен, хоть в дождь. Хоть в прекрасную погоду. Я такой, наверное, человек, который всем помогает. Никогда не будет потом. Я снова стану человеком. И может именно тогда та девушка меня наконец-то заметит. Та девушка. Ну, я думаю, мы знаем, какая девушка, да? Так. Первое это что-то типа, ну, неужели? И потом точка, ну, типа, неужели это Ан, наверное? Или... Кто знает? Или... Ты что, влюбился в нее? Ну, в смысле, типа, ты что, серьезно, дурак, что ли? Давайте третье. Вагахайга! Фузакенрэю! Вагахайва! Я чё ли? Да пошёл ты! Это она вообще-то в меня втюрилась, а не я, ну чё? Мне не наттара, доко ико кана? Донна токоро га ски кана? Но когда я стану человеком, куда ж пойти с ней-то, а? Где же ей понравится? Юэнчи. Эйвака. Ошаре на кафе. Шоппинг. Парк развлечений или в кино или какое-нибудь стильное кафе или шоппингом. А ты что думаешь-то? Окей, мы прокачали наши морганы. Окей. Да. Ой, что у нас тут? Ой, я так устал. Мы хорошо постарались. Надо еще поговорить еще о чем-то. Картину мамы, я рад, что смог ее вернуть обратно. Так.
короче, мы рады за него. Да, да, да. Насчет Мадарамы, что там с ним, Юске? Он изменился? Не беспокойся. Так, пока что непонятно, типа. Ну, он же изменился, ведь точно? Да, конечно. С Камашидой же было точно так же, помните? Кстати, все-таки то, что Мадарама сказал в конце, меня беспокоит до сих пор. А, ты говоришь о том, что там был еще кто-то? Кто-то с черной маской. Так, но мы ничего не могли тогда узнать, было слишком уже поздно что-то обыскать. Или, может быть, он все-таки нас пытался как-то обмануть? В смысле, Мадарама, типа, что еще кто-то есть. Давайте просто подождем, пока Мадарама изменится. Поняла? Сатэто. Так, сегодня ТВ-шоппинг. Окей, ТВ-шоппинг? А, так, стойте, я и забыл. Добро пожаловать. 50 бутылок. Восстановление ХП? За сколько? Всего лишь да, за 2000 йен? Чё, серьезно? Берем! Да, да, окей, это можно выпустить. Ну, короче. Ого, вот это дичь. Сколько они восстанавливают? Ну, не знаю, вот это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Как-ка? А вдруг просрочено? Угу. Так. Ну что ж, ребят, можно сказать, с Мадараму мы разобрались, теперь нужно подождать до... Яре-яре. До... Ну, короче, 14 игровых дней. Ну, значит, дальше знаете, что будет? Дальше, ребят, ну, social link и учеба и так далее. Тая нас ждет. Надо бы и Сан замутить. Да еще кого-нибудь найти. Ну, короче, будет весело дальше.